Я не прошу. Ну, я сейчас делаю видео. И видео не делает, чтобы вы видите, кто вы. Кто вы на самом деле. Кто вы были и что, кто вы еще есть. И для меня это не музыка. Для меня музыка — это позор сейчас. Когда я вижу, какие люди вы. Позор, блин. Позор. Беженец на Украину. Не только из-за вас. Это разные люди. Но потом они стреляли на меня в Киеве. Почему? Почему? Как это? А? Как это? Вам было смешно, когда я был на улице в Польше? Смешно было? И никто не помогал? Что это значит? Сколько раз я тебе помогал, Павел? Ну давай, говори правду. Сколько раз? Когда я говорю плохо о тебе? Никогда. Никогда. Никогда в моей жизни. Никогда. Ну ты видишь, вот, пассивное, агрессивное поведение у тебя. Это значит, что даже, блин, не знаю. Даже быть прямым, блин, ты не можешь. Боишься, что ли? Я считался тебя моим другом. Алиса, окей, вот такая. Не знаю. Я не буду говорить то, что я думаю. Но, кстати, мне очень жарко сказать. Когда его отец, который я очень где-то как-то уважал, когда он умирал, я плакал, да, да, я плакал, кстати, я плакал. Но на самом деле, бедели, в то же время мне было тепло. Потому что я думаю, а, тогда она будет понимать. Я знаю, это зло. Это зло. Тогда. Да. Сейчас нет. Но когда я написываю, записываю эти видео, мне становится лучше. И больше... спокойно. На самом деле. Павел, я помню, не приехал на концерт фортепиано Шопена. Потом, окей, я понимаю. Фортепиано не для меня. Это не ревность по поводу фортепиано. Мне пофиг. Дальше. Я рад, вы музыканты. Я рад. Я не музыкант. Это без проблем. Вы считаете себе лучше? Да, лучшим. Это ваша проблема. Я сейчас записываю по поводу чего-то другого. Это значит... как вы плохо говорили по мне. На самом деле я играл в фортепиано, потому что... очень плохое действие. Это самый, для меня самое важное — это люди. Люди вокруг меня. Люди. Я жил на Украине. У меня было много людей. Но политика мне не интересна. Нет. Нет. Политика мне интересна. Я политик. Это правда. Сейчас я... нет. Я политик. Это правда. Беженец. Но политик. Ну потом, не знаю, человек думает, как он думает, я думаю, как я думаю. Какая проблема, блин? А сейчас мы живем таким миром, где... блин, если ты красный, я тебя ненавижу. Я не знаю, я цур. Синь, да? А, ты меня ненавидишь. Что это вообще? Что, люди боятся? В каком мире мы живем, блин? Вот это... если я тебе говорю правду.